Ну, я уж приблизил. А мне так близко, смотри. Он приблизил. Можно YouTube. Ну вот эта дикая обезьяна, о которой говорили. На голову которую прыгает. Угу. Сразу выйдет из этого. Мне кажется, не. И не уходит же все равно. Бочку сейчас сюда. Там такая кошка красивая. Про это самого времени не заходить. А вот что-то доедем, да? Окей. А можно я дам? Ну, не знаю, ешь. Ну, на укусе, наверное, что-то. Окей? На углу. Ну, хочешь есть, а морозина? Ничего себе. Поближе. Ей нравится видео. Мне нравится. Все, факт. Давай ей новую. Так неинтересно. Подбросить. Да. Иди возьми золото. А если она мне куснет? Ну куснет, куснет. Подумай. Отрадно. Ну, молодцы, ну давай, сходка. Ты так, чтобы она до тебя сильно не дотянулась, так руку только лапкой взяла. Да сильно, наверное, не укусит. Как она же не укусила? Сказали на голову уже, автобус может. Окей. Тащи на резинку. Теперь все, Сергей. Хорошо, хоть не парал. Надо выменить на что-то, на еду. Да, можно попробовать. Поменять на еду. Нет, на это, мне кажется, не поведется. Ну, одна резина. Ты себе крабика купила, цепляй. Не, на еду, мне кажется, надо возьмем. Еды ни у кого, да? Не, ну как без срочек? Только все за еду.
Она с этой мороженой не стала тебе врать. Да, мороженое не стало. А это блестит. Ну, вот так вот с детьми обезьянами поесть на экскурсию, блин, рожден трезвый. Я могу фанту пожертвовать. Мне кажется, очень влияет. Иди сюда. На. Смотри, что у меня есть. Фотик, Лёш, держи фотик. Аппарат, он, мне кажется, тяжелый. Блин, больно кусать. Не отдать. Надо ей что-то дать. Надо еду. Давай, начните свои. Ну, давай, ну, пожалуйста. Ну, давай. Короче, мы не помогали. Как человек. Ой. Ну что, она играет, что когда кусается? Она не кусается, она не будет кусать. Котик, держи. Вау, почти.